Ну вот, сегодня у нас 10 апреля 2019 год, утро, 8 час уже. Вот, я вот ночевал эту ночь сегодня здесь, на Скворечнике, в этом доме у нас называется он Скворечников, где обычно Игнатьевич проживает летом, Игнатий Тихонович Лапкин. Вот, здесь вот у меня готовится водичка, это для кашки манной, буду кошечкам готовить кашку манной, там молочка уже взял я. Вот, вот Паля отдыхает, вот она, пушистик наша. Паля, 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 но белый, белый выглянул, тот теплолюбивый, белый, белый, а белый, выгляни, ну красавец наш. Они, слава богу, доехали хорошо, но вначале они там что-то между собой дрались, а потом все. Ну, не эти дрались, а те, сейчас покажу троих уже. Вот. Вот пока так расположился. Вот мои вещи, которые я привез с собой. Вот, пойду сейчас прогуляюсь. И это... покажу, как она выглядит весной у нас здесь. Здесь вот я закрываю всегда вот на этот чопик, деревяшечку, потому что дверь может открыться, отходит иногда. Вот здесь вот, сейчас я покажу. Здесь вот палочку всегда ставим. Тут вот Игнатий Иванович написал, идет видеозапись для интернета. Вот еще тут возле дома снег лежит, надо будет разбросать его, чтобы побыстрее растаял. Уже интернет установил у себя. Связь хорошая, слава богу. Вот так вот еще лежит снег частями тут. Еще надо будет насос устанавливать. Вот наш колодец здесь, как лагерный считается. Считался, вернее. Вот. Сейчас пойду к Надежде Васильевне Лапкиной. Там ей покажу дом у нее. Здесь вот тоже надо будет снег раскидать, чтобы быстрее освободилась тропинка. Сегодня с утра уже и сходил, накормил хлебушком, с молока дал им. Вот. Сейчас можно посмотреть, какая сейчас температура на улице. Вот. Плюс 5. Прохладно, однако. Сейчас вот заходим в дом Надежды Васильевны. Надежда Васильевна тут кругом места из Библии. Она любит Слово Божие. Вот здесь вот у нее место из Библии. Ибо сам сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Евреям 13:5. Вымыслы человеческие ненавижу, закон твой люблю. Ищите Господа, когда можно найти его. Исайя 55 глава 6 стих. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих. Сирахова 10:7. Гордость и высокоумие низвергли дьявола с неба в преисподнюю. Смирение и кротость возносят человека с земли на небо. Преподобный Антоний Великий. Вот как даже святых приводит. Ну, вот так вот. Сейчас вот, вот я на отверочку закрываю, чтобы дверь не открылась на всякий случай. Так, так. Вот уже вышло. Это я не хотел, конечно. Иди, иди, иди. Нельзя без разрешения выходить за стан. Пусто, нельзя. Вот они, мои тут рыжики. Вот он рыжик, вот бусенька. А вот дочурка ее тоже. Да, буска, буска, буска. Ну, ждете, когда покушать еще принесу, да? Вон мои красавицы.
Мои красавицы. Ну, вот они вчера втроем, особенно вот этот рыжий мужик, какой-то ворчун попался. Рычит и рычит. Дрался там, на мать кидался на свою. А потом в машине, пока ехали, их так встряхивало, что успокоились. Потерявку приехал, они уже все спокойные, смиренные. А так и Господь нас перетрясает, и мы тоже успокаиваемся. Все наши гордость, высокоумие и другие пороки исчезают сразу. Как апостол Петр говорит, не чуждайтесь огненного искушения. От Бога вам посылаем его. Ну вот как бы так. Все, слава Богу, тут хорошо. Тут кое-где расправились надежностями. Ну вот, печку я тут уже протопил. Тут им тепленько сейчас. Да, рыжик? А, рыжик, вот этот мне рыжик вообще нравится. Он такой ласковый, ласковый, ласковый. Эти какие-то не очень, а этот вообще молодец. Рыжик, рыжик, рыжик. Ну вот еще у Надежды Васильевны тут место из Библии. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. 1 Коринфянам 15, 58. Господи, милость Твоя до небес. Псалом 35, 6. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устраиваешь для нас. Исаия 26, 12. Пророк Исаия. Господь Бог, сила моя. Авдий 3, 19. Ну вот. Веровав во Христа, мост через пропасть смерти. Святые отцы, то есть не знают, кто именно. Вот, другие места писания у нее здесь. Ну, вообще, видно, что человек любит Слово Божие. Да благословит ее Господь. Ну и, конечно, тут у нее целая стена икон разных, различных, священные изображения. Вот тут тоже у нее места из Библии. Это вот первый стих из Библии, который я, когда жил на Урале, уверовал. Через братьев моих Андрея Сменягина и Володи Пищикова. Я его также вот выписал и повесил у себя на стене. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вот так вот Господь чудно все показывает, делает. Ну все, подождите сейчас. Я пойду сейчас маночку вам наварю. И дам вам потом с молочком. Все, надо уходить, чтоб не вышли. Все. Тут я на отвертку закрываю. Все, чтоб они... Сейчас они должны привыкнуть. Сразу их на улице не выпускаем. А то они могут разбежаться, и потом где их искать-то. А так они к дому уже привыкнут и будут находиться при доме всегда. Вот тоже у меня... Надежда Васильевна. Псалом 18. То есть везде она себе ставит напоминание, чтобы удерживаться в рамках Слова Божия. Как вот я сегодня читал Евангелие от Иоанна, 10 главу. Там говорится про дверь. Тут дверью входит именно пастырь. Этот пастырь в толковании говорит, что именно через Писание. То есть дверь — это Писание. Через Писание мы должны входить ко Христу, в Церковь Его Святую. Вообще любое научение. Вон воробушки. Они молодцы, пережили зиму тут. Вон он какой пушистик. Красавцы. Тоже по-своему интересен. Может, не такой, как говорится, красочный, как попугай, там еще какой-нибудь там. Но, однако, тоже красивый по-своему. Шустрые, дружные, шумливые.
как на базаре все время шумят иногда между собой. Веселые ребята. Так, вот дальше пойду показывать. Откуда ты такой странник? Мир тебе, брат. Вчера не успел собрать. Все понял. Ну вот мой дом стоит тут. В этом году вот эта теплица, что брат Никита делал, сделан, к сожалению, очень слабо ее. А я не захотел переделывать, думаю, ладно, лето-то простоит. А листы-то не снял, как обычно. Ну и все, и сразу всю теплицу сломала. Снега, видимо, навалило. А что там, он сделал реечки тоненькие, брусочки. И сломала сразу. Вот еще кругом снег тут лежит. Ну, работы тут хватает еще. Тут много работы. Теплицы. Вон что все пообламывало. Я хотел все это скрутить осенью, а не сделал. Ну и вот результат. Что натворилось, как говорится. Все. Может что-то заделаться, заклеиться. Эх, Володенька. Вот такой вот. Сами любим себе создавать лишнюю работу, лишние хлопоты, лишние деньги тратить. Вот меня тут один факт удивил. Вчера пришел, смотрю, умывальник лежит. Он же вроде у нас стоял, а он лежит на земле. Как так получилось, не знаю. Как его могло опрокинуть такую тяжесть? Окна еще забитые. Тут у нас закрыто все на замке. Вон он лежит поверженный. И мы его так опрокинуть не могли. Тем более прямо на крышку упал. Не знаю даже. То ли такой ветер был мощный, то ли что, непонятно. То ли им как-то снегом надуло, опрокинуло. Тоже вот не могу понять сейчас. Но не думаю, что кто-то приходил и переворачивал его. Навряд ли. Ну вот, сарайка наша стоит тут. Тут кучка наша стоит. Из отходов. Ждет своей очереди, что чем-то посадим. Сарайка у нас интересная. А вот мы делали с матушкой. Матушка это отца Иакима. Матушка Людмила, жена его. Вот мы с ней делали вместе эту теплицу. Мощная. Столбы сделали. Пасынки, которые обычно бывают. Раньше были у столбов. Ой, вернее, не пасынки, а эти шпалы. Шпалы. Ошибся немножко. Вот они. Здесь тоже ничего не убрал по осени. У нас, как обычно, все быстро и уехал. Все осталось. Вот земли заготовил. В мешках стоит, в коробке у меня здесь. Вот тут она будет все убирать. Вот. Ну вот так вот. Вот одну пленку вырвала. Видимо, какие-то небольшие дырочки где-то были. Ее вырвало. А листы стоят, слава богу, живые. Это мелочь, конечно. А вот у Никиты надо будет все переделывать. Конструкцию всю переделывать. Опыт все-таки нужен всегда везде. Опыт. Опыта не будет. Таких делов можно творить.
Вот я вот про умывальник сейчас вот показывал, вспомнил. Вот. В Экклесиаста там написано, что если кто передвигает камни, может надсадиться. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Вот это тоже умывальник, надо будет как-нибудь его поднять. Кто-нибудь скажет, а зачем ты с твоей-то болезнью лезть к этому умывальнику? Ничего, Господь дал человеку разум, с Божьей помощью, постепенно, с подкладками можно поднять спокойно, без всякой напряги большой. Ну вот так вот. Вот так дело у нас тут обстоит с домами, с нашими. Ну, пока я только показал два дома, конечно. Там еще Никитин дом стоит. Вот так сохранилось. То есть не видно, чтобы какие-то воры тут лазили. Никого не было. Господь хранит нас пока. Вот у нас тут столбушки. Все есть. Вон, кто-то поехал за березовкой. Сейчас они тоже пойду устанавливать. Береза сук нужен. Сок. Вот так вот. Ну, на первый взгляд тоже вроде бы. Никто не лазил здесь. Стеклышки вон только немножко попередвигались все. Ну вот так вот, слава Богу. Аллилуйя.